Всем привет! С вами снова Влад Гриф, и сегодня у нас на обзоре модель, изначально выпускавшаяся в 1973 году и предназначавшаяся для игры в баскетбол Nike Blazer. В нашем же случае это кеды из капсульной коллекции. Именно эта пара 2012 года выпуска в идеальном, на мой взгляд, состоянии. Верх – это у нас материал, похожий на кожу, очень похож, на 100% у меня уверенности нету, но сходство колоссальное. Имеется длинный ряд шнуровки, это, как мы можем видеть, у нас высокая версия. Оригинально выполнен свуш, имеются рефлективные вставки, также и в задней части. На язычке у нас красуется вот такой вот космический человечек. Данная коллекция посвящена зоне 72. Подошва у нас это резина. Сама структура резины отличается от обычной модели. У меня имеются обычные блейзеры. Вот я вам сейчас продемонстрирую. То есть здесь у нас совсем другая структура резины идет. Данная пара выполнена из канваса. Так вот, касаемо размера, по моим наблюдениям, можно смело брать размер в размер. С большей вероятностью вы угадаете, если поступите таким образом. На ноге данная модель выглядит более чем интересно. У них очень низкая посадка, поэтому не каждому это придется по вкусу. Лично у меня двоякое впечатление. Для меня это не самая удобная модель. Но, тем не менее, они интересны. Перемещаясь по неровным участкам дороги, все эти неровности будут отражаться, передаваться и создавать мелкие неприятности. Но, тем не менее, кеды классные, довольно-таки знаменитая модель, выпускается давно и довольно-таки успешно. В общем, вот такой вот обзор. Как всегда, благодарю вас за просмотр, за ваши лайки, комментарии, подписку. Всем добра! Всем хорошего настроения!